Ну, расскажи нам, как там в гробу? Страшно, нет? Да ты расслабься, расслабься. Самое страшное уже позади. Видишь, как хорошо все складывается для нас. Твои ребятки-то лопухнулись. Моих ребят отпустили, нас ищут в другом конце города. Вас все равно всех поймут. Ну, это все в будущем. А сегодня мой праздник. Мой. И знаешь почему? Потому что у меня все по часам. Вот. Мои приехали. Останься с ней. Чего ты улыбишься? Плакать должен, ну? Горькими слезами, горькими слезами. Грубый. Так, от меня ребяткам привет. Скажи, гриб в долгу не останется. Грибки тоже. Давай. Ну что, приступим к макияжу? Иди сюда, потом дожаришь. Стакан подыми. Ну что, мужики, за независимость? Спасибо тебе. Слушай, сядь. Сядь, Сергей Саташа, да? Сиди, ешь, пей. Будь как дома, забудь, что в гостях. А эти козлы пусть знают, что я своих ребят не бросаю. Рассказывай. Ну иди посмотри, мужики, ну что с ним такое? Мужики, оно не растворителем, в глаза, блин! Ну что вы ржете, идите умойте его, ну. С этими уродами работать приходится. Вот ты, сука! А вот ты дай мне смотреть! Вот ты, Ну и что, половой гигант? Где девка? Сбежала она, блин, ну. А, она сбежала. А почему она сбежала? Почему она сбежала, гнида? Ну-ка, идемте. Давай, Олега Фрэнк.
Есть кто-нибудь? Как я там гляну? Давай. Кэп! Навигатора и водительское удостоверение на имя Воробей. Сообщник Гриба. Они ушли. Так. Значит, у нас две дороги. Одна по побережью вдоль моря, вторая морем. Егор, оставайся здесь. Зачем? Ну, вдруг кто-нибудь из них вернется за навигатором. Если что, вызывай подкрепление. А мы с Димкой в катер. Дим, давай в катер. Егор, будь осторожен. Выходи на связь каждые 10 минут. Понял.